режим охота. Здесь ты начинаешь с минимумом экипировки, потом у тебя все лучше и лучше и лучше экипировка находится. Это единственный режим, кроме команды, только нет, кроме обычного дизматча, который мы не посмотрели. Я не хочу смотреть дизматч, потому что это просто тупость, если честно. Просто все Охота. бегают и мочат друг друга. Ладно, здесь хоть убивать надо. Поэтому, серьезно, играть в Call of Duty просто невозможно. Столько детишек в это дерьмо играет, что они просто не знают, что нужно делать. Вот один из них был. Мы знаем, даже посмотрели. Ищите сброшенное оружие, чтобы получить преимущество в бою. Окей. А, даже перков нету, смотрите, киллстриков, то есть. Да и перков тоже, по-моему. Я пойду наверх, в жопу. Мы ведем! Я чуть дебил, что ли? Приближается, о боже мой, приближается! Ящик с оружием! Он приближается! Вот все ближе! Вау! Другое дело. What the fuck? Что это? Дайте еще. Другое дело. Вепрь. Целый вепрь, мать его. Я кривой, я знаю. Что это было? Убили, убили. Да карты такие большие, охренеть. Я бы сказал, что, мол, не иди сюда, говнюк. Вау, и что мне делать? У меня нет патронов. У них, видимо, тоже. Говнюк! Вау. Просто зашибись. Ждал, пока пока ХП пополнится, потом выжил. Засранец! Где я вообще? Нет, я туда не пойду. Фак. Охереть! И что это было сейчас? Посмотрите на это. Скорость я не смог. Вот что это такое? Почему он... А, опять эта херня, когда они могут ко мне подойти. Просто подскользнувшись. Просто замечательно. Я думал, что я могу его убить, но это было просто замечательно. Это самый дерьмовый пистолет в мире, серьезно. Я какое-то оружие нашел, даже ни хрена себе. Я кривой, я знаю. Ух ты, у него... Это был человек с первым местом? Фига себе. Что это за ботва? Вот это так лучше будет. Я ненавижу этот прицел. Я сначала думал, что он удобный, но потом оказалось, что для меня лично нет. What the hell? Это был чужой, ладно. Откуда они все прыгают? Почему они здесь возрождаются? Отстой! Вау, я даже четвертый в команде.
Ну, твою мать, а! Что за подвинник? Месть! Ух ты, AK. Я заработал очко отряда! Чё за херня сейчас была? Свои, свои. Еще одна винтовка, ну просто зашибись. Чё мне с этим делать, говном? Хедшот! Кто, я был последним, нет? Или нет? Кто был последним? Кто был последним? Кто убил последним? По-моему, я был предпоследним, да. Ну вот сверху я убил мужика. Да. А вот сейчас я убил этого мужика, который сверху находится. Короче, все молодцы! А-а-а-а! Обловился кто-то, только что кинул так стрёмно камеру, в камеру нож. Ну давайте еще один матч в этом режиме посмотрим. Хотя, он, конечно, такой потрясающий. Ну да ладно. Карта Whiteout. Охота. И почему-то я с револьвером. Видимо, рандомное оружие каждый раз выдается в начале раунда. В начале матча, то есть. Нет, ну это, конечно, не... не альтернатива тем режимам, которые были в Black Ops. Там палки и камни оружие, и прочая хрень, которая там была. О, кто-то уже начал стрелять. Мол, чуваки. Я здесь, смотрите на меня, какой я клёвый. Фак. Что это было, я не знаю. Какая-то жопа. Почему револьвер не убивает с первого раза и с первого выстрела, я не понимаю. Охереть, что это было сейчас? Они вдвоем аж пробежали мимо меня. Ну я не удивлен, что мы проигрываем. Чего? Вы даже слышали, как я первым его ударил? Мой удар был первым, и потом только его. Вау. Зашибись. Мой удар был первым, ничего не знаю. Ну, видите, какой пинг, да? Отдышаться. А, это свои бежали. Я думаю, что за херня? Как их много, почему никто не заходит? Тут жопу можно дать, сдать откуда угодно. Сейчас мы как-то убого проигрываем. Он сзади побежит сейчас. Нет? Убрали? Ладно, не суть. Это самое кривое оружие в мире. Серьезно. Или я стрелять не умею. Но перекрестие было точно на враге. Надо было чуть вправо или влево его отвести. Свои. Окей. Я думал, что мне хватит патронов.
Как же я обломался сейчас. Как же я обломался сейчас. Вы видите, какой пинг, да? Вы отлично все это видите. Пошло все в жопу, возьму, заберу это. Какого хера она открыта? Закрой ее скорее! Залепи ей все щели! Вижу козлов. Я не знаю, сколько я здесь убийств сделал, 2, по-моему. Или сколько. Вау, они все уже были там. Но Эсок каннибал меня убил. Я первый в своей команде. Неудивительно, что мы проигрываем. В смысле? А, он уже убежал? Ладно. Вон он, вижу его. Ну, нечего было делать уже здесь. Вау. А у нас-то, по-моему, один задрот, который заходил вместе с нами, то он вышел. Потрясающе. Надо до оружия добираться. Серия убийств. Их уже 5. Е. Кто-то взял. Зашибись. Все, вроде сейчас поперло. Нет? What the fuck? У него патронов не было. Надо держать эти ящики, кстати, да. Рядом с ними тусить. Нихера себе! А, это, их там было 2. Я думаю, что за бред? Почему они как не так нас убили? Я его убил, нет? Да, я его убил хотя бы, спасибо. А то я четко на него прицелился. Ну, конечно, он базуку взял, молодец. Пипец, я просто не знал, куда деваться. Ну и тот косой еще кривой чувак был. Да, команда наша всасывает ужасно. Чего хотите, я первый. Я первый в команде. Но number one просто. Вау, куда я сел вообще? Мне отлично видно. Пошел вон. Фак. Неа! Козел! Со снайперкой был. Я думал, что он меня не заметил. Но нет! Падла! Ну, я сделать ничего не мог. Я был на первом месте. 10-10! 10-10! Да! Лучший счет на сервере стопудово. О, у нас еще и 2 вышли, такие сказали, не пойдем. А, за них играл Mamba No. 5, так что все понятно. Поэтому они выиграли. Ну и у нас, смотрите, какие нубы играли.
Так что неудивительно, у них был стелсовый банан. Я, конечно, не хочу спрашивать, почему он стелсовый и в каком месте он стелсовый. И когда он залезает куда-то, в каком смысле, куда он залезает во время стелса. Поэтому давайте это все пропустим хорошо и пойдем в какой-нибудь стандартный режим, чтобы закончить все это дело.